Это все не по плану. А как пацанам-то сказать? Они же все спрятались по школе. Так, нужно за ней проследить и параллельно продолжать искать пацанов. Так, ладно, погнали. Вроде ушла. Я пока пацанов искать не буду. Лучше прослежу, чтобы училка все-таки ушла со школы. Вот пацаны офигеют, когда узнают. Да, сейчас ты пойдешь. Нет. Нет. Бумага. Ничего себе, как выросли. Особенно этот подрос. Хорошенько. Офигеть! Училка в субботу в школе! Наши прятки могут сейчас накрыться! Надо, походу, быстренько отсюда валить. Ребят, кажись, ушла, там выход. В общем, продолжим искать. В столовку сходил, Кобякова нету. Эта школа такая огромная! Ну ничего, я иду сейчас в спортзал, я уверен, там кто-то будет. Уважаемые подписчики канала, мы видим статистику, которая говорит нам, что 77% зрителей этого канала смотрят видео без подписки. Представьте, есть 10 человек, которые смотрят, и только двое из них подписаны. Те ребята, кто не подписан, давайте исправим эту ситуацию. Станьте подписчиком этого канала.